Заливаем охлаждающую жидкость. Так, сейчас для прокачки системы включаем зажигание и включаем циркуляцию в салоне. Заливаем жидкость. Включаем пробку для прокачки. Добавляем еще. Откручиваем еще раз пробку. Стравливаем воздух. Еще раз добавляем. Так, после прокачки системы запускаем машину. Работает 5 минут, проверяем уровень охлаждающей жидкости. На рабочую откручиваем трубку. Еще раз. Достаточно. Вторую трубку. Газуем до 2500 оборотов и проверяем уровень жидкости. Проверяем. Откручиваем пробку, проверяем уровень. Немножко надо подлить. Подливаем. Закрываем пробку.